12 секунд, и я их понимаю. Акбарс близок к третьему кубку Гагарина. Белединов близок к третьему кубку Гагарина. И он повторит достижение Олега Знарка. Но с одним отдельно взятым клубом в Казанске. Акбарс Антирена! Акбарс! Чемпион! Да, поздравляем, Акбарс! И кто-то скажет, что это надо переименовать Кубок Татарина. Да, третий раз за 10 сезонов Казанский Акбарс становится чемпионом. Кто скажет, что не заслуженно? Я считаю, что, конечно же, все заслужили победу в сегодняшней встрече, все бились, все молодцы. Но Акбарс сыграл эту серию очень грамотно, выиграв конференцию «Восток». Прежде всего, заслужил право своего поля и для того, чтобы первые две игры сыграть у себя дома. Оно так и вышло, потому что с одинаковым счетом 2-1 начали довольно-таки здорово эту серию, выиграв у серьезнейшего соперника. ЦСКА немножко не повезло в том плане, что заболели ведущие игроки. И то, что постепенно они все-таки возвращались, и выиграв у СКА Санкт-Петербург полуфинальную серию, многие сказали, ну вот, все понятно, поскольку многие ошибочно считают, что именно в этой серии и решается многое. Но в очередной раз, во второй раз ЦСКА вышел в финал КХЛ и не выиграл.